заруба. Нам каково это? Давай сделаем крутецкую фотку. Лайфхак. Как сесть на мотоцикл с девчонкой? Ну что, друзья, что мы имеем? Вот поклеенные боковушки, собранный уже щиток передний. Вот еще боковушечка. Осталось одеть только зеркала. Вот. И низ. Это мы поклеили теплоизоляцией. Вот эта шумка. Очень хорошо клеится. А здесь мы клеили, конечно, такое же, только немножко тоньше, и на герметик. И вот сегодня уже наступят как сутки, и мы будем собирать. Мы заменили масло, маслофильтр. Смотрите, какого цвета у нас масло. Это я отъездил 2 сезона, ну и не накатал 5000, примерно 5000, где-то 4000. И оно черное. Короче, как-то так. Ой, какое это будет обновление с этого на то, что вы увидите буквально за мгновение, чисто. Ну что, друзья, не получилось вчера выехать. Все-таки нормально записать видос, то как я хотел, чтобы посмотрели люди, ну и реакцию записать на мотик, так как у нас девочка Лера трошки выбыла из строя, сами видели в превьюшечке, мы вставим это немножко в конце, вот, и будем общаться, ну короче, все в принципе сами увидите. Сейчас уже хоть запишем хоть что-то. Сейчас заедем на почту туда-сюда, съездим к девочке Лере еще раз и, ну, короче, запишем полноценный день. Но в основном будет тема видеоролика, это реакция на нового Justin Rider. Заруба. Как раз и тут херовый участок, я тут быстро ехать не буду. Сейчас объедем, если получится, блядь. Там машины едут, блядь. Зарубаются, блядь, ты представляешь? Смешни, конечно, такие. Ща, подожди. Сделаем пару секунд дело. Не вопрос. Не вопрос. Забрали вот тапок Леркин, ключи, будем забирать мопед потом уже ближе к вечеру. Там люди сказали, подъедьте, пожалуйста, после 5, мы как бы не настаиваем, так и сделаем. Сейчас пока подъедем к девочке Лере. Как бы отвлекся чуть-чуть. Разведаем, что она там, что ей надо. Вроде бы домой сегодня отпускают. Короче, ехаем туда. Щит. Нам, каково это? Не знаю. Каково это кататься так на велике? Расскажи. Ну да, каково так вот это прокатилось? Нормально? Ну, и что ты думаешь дальше? Не знаешь? Будешь кататься еще? Или пока есть время переосмыслить? Да. Ну ты понимаешь, да, что надо костюм покупать сначала, а потом мотоцикл. Вряд ли. Я тебя даже назад не возьму, пока ты полностью инструктаж не пройдешь, будешь экзамены у меня сдавать. Будешь экзамен. Так кто ты бы знал? Вдруг вот так я буду уезжать где-то экстренно, а ты что-то растираешься и будешь прыгать под машину. Сама выпрыгивать будешь, катапультироваться. Не? Я сижу, я не дивлю, что впереди. Ну да. Да. Ну, короче,
Прикольно. Что, ребята, едем к девчуле. Сейчас ей вручим наклеечку, говорит, где-то на АТБ. Наверное, АТБ, который здесь. Где мы ее тут срисуем, сейчас непонятно. Я думаю, сама к нам подойдет, если что. Месте тут. Опс. И все. Где же ты? А вот же ты. Это скрытая камера, меня снимают? Да. Привет. Что ты, как дела? Хорошо, у тебя как дела? Да нормально. А ты что, на работе или что? Что за спешка? Я с работы в школу. Ах ты ж. Я же говорю, я гений. Смотри, наклейка. Какая наклеечка. Ура! Все, я... Все, теперь ты в теме, йоу! Модно, я прикольно буду ходить. Да, не важно, где. Ну да, прикольно. Да, что у тебя нового? Да ничего, так, все по-старому, можно сказать. Понятненько. А ты за сколько себе мотоцикл покупал? Потому что я себе тоже хочу купить, и я не знаю, какой и что. Ну явно не такой. Если ты вообще ни на чем не каталась, то надо что-то 200-300 для начала. 100-литровый? 900, да. Я поняла. Это кнопочки? Где? Или просто рисуночки. Это рисунки, да. Ты сам обклеивал? Не, это я так брал. Ну вот это сам, там где-то что-то сам, это было, уже было. Я поняла, прикольно. Слушай, сейчас снимаю скрытая камера, смотри. Скажи привет, Just Run, привет всем подписчикам, там все, все дела. Сфоткай на мотоцикле. Я давай. Мне в инстаграм фотку. Давай. Можно? Да, только аккуратно, с этой стороны садись. Хорошо, дай. Говорит, поняла? Не, с этой садишься, берешься за руль, хоп, ножку закинула. Держишь, да, вес, чтобы ты его не уронил. Тебя красиво, да? Тебя так? Или так? Давай и так, как можешь. Ну давай. Не бойся, не бойся. Да, подножка, поняла. Хорошо, что есть подножки. Да. Надо это, короче, собираемся на Власовке на шашлыки и идем все вместе. Вы пишите, звоните. Сделаем сходку, типа, да, там все дела. Пойдем всех. Ну да. Я вчера Соня с Настей, говорю, ты им тоже наклейки привозил. Тоже они фоткались на Африке. Короче, а, да-да-да, да, молодцы. Я вообще наклейку, говорю, у Вовы тоже заберу. Они такие, Вова приедет! Вова приедет. Ну да, я ж не афишировал так вот, а хоп-хоп-хоп, по-быстрому же. Понятно. Все дела. А что там, ногу кто-то сломал? То Лерка неудачно покаталась. На этом? Не, на своем мопеде. И что там с мопедом? С мопедом, да ничего там решается, делается. Там ничего такого, там ручечку подделать, ножку там. Главное, что сама целая там отделалась, просто растяжением. Кроссовок там какой-то порвался, да? Да, а так-то фигня. А так хорошо. Она же тут? Не, сейчас ее забрали уже, на Власовку поехала. Она переночевала одну ночь здесь и все. Тебя вырежут оттуда. Я могу замазать так, чтобы тебя не видно было. Замажет наклейкой Just Run. Но хотя можно и не мазать, все хорошо, все красиво. Вы все красивые, наоборот, на вас будут смотреть, а кто это, а кто это? Она не публичная. Скажи, не? Стесняешься? Но я могу замазать тогда. Отправь мне сейчас в инстаграме фотки, пожалуйста, если ты можешь. Прямо сейчас, да? Да. А мы в школу, потому что нас сейчас уже будут разыскивать. Хорошо. Я же наклейку не могла не забрать. Ну, конечно. Да я бы и в школу подъехал, надо было просто сказать, да и все. Да прям вы на моцике внутрь, прям, да, на второй этаж, на мотоцикле, по ступенькам. Все, все вот четыре. Это бы видео было, залетело. Да, залетело бы на 100 тысяч просмотров, если бы ты на ступеньках на школу прям в класс заехал. Да. Но то надо брать эндурик уже, елки-палки. Это точно. Да. Ну, короче, я отправил. Спасибо. Ну все, тогда пиши по шашлыкам, потому что от шашлыков Юленька не отказывается. Да я тоже как бы люблю шашлычки. Да, поэтому покушать, почему нет? Гриль, все, все как надо. Ладно, тогда давай бы мы побегли. Давайте. Все, пока-пока. Пока. Пока, подписчики. Давайте, девочки. До свидания, дядька. Бля, я сейчас сыкну. Это вообще. Ну, короче, как-то так, ребятушки.
прикольно, позитивно. Видите, все-таки кому-то эти наклички да нужны. Не просто так же ж мы их заказывали. Все, наша миссия выполнена. Можно ехать на Власовку. Сейчас мы еще проведем девчат приятным звуком. Боже, ты так долго едешь сейчас. Сделаем красиво. А, нет, не сделаем. Долбоёб! Вот вам, блядь, и ситуация, сука. Куда ты выскочила, блядь, сука, придурок, блядь? Встань, встань. Ты сейчас заряд не бачишь. Ну ты трохи по телефону не разговаривай, едь как-то поадекватнее. Если, блядь, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Я думал, ты по левій мене обидишь. Мені там не було, там люк, от эти все препятствия. Я ты понял. Чуть-чуть. Я не, ну, честно. Ну, понимает, но, блядь, сука, аварийная ситуация, это вообще блядь. Я еб, блядь, с этих людей. Вот о чем я говорил, что лучше брать левее, правее, это хорошо, чтобы было куда поехать, да. Автостанцию кто-то писал вчера. Вот, едем, посмотрим, кто нас там ждет, зовет. Дороги тут, как всегда. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Привет. Это мне писали, да? Да. Что, как дела? Где движ у вас тут? Катаются где-то? Кто-то? Ну, че так, по одному выезжают, наверное? Ну, иногда бывает, уже тут собираются где-то человек 5-10. Наверное, как всегда, на АТБ, да? Не, вот тут где-то на АТБ. Понятно. Мы видели друга, он был в Сирии, там где по набережной ездили. Ага. Проехал туда. Да. Мы думали, мы уже опоздали. Ага. Не, нормал. Нормал. Можно подкатить? Конечно, конечно. Может, другу дай. Лучше будет. Видно. Давай, сделаем крутецкую фотку. Огонь. Погодка что-то подпортилась. Я вчера тоже выехал, вроде нормально было. Потом где-то тучки с Кременчуга нашли. Попал под дождь. А нож попадаешь под дождь, надо мыть, цепь чистить опять. И я тут сейчас опять смотрю. Это вообще... Большой шанс под дождь попасть в аварию. Не, ну... Если кто от незнания, то да. Просто помедленнее ехать надо. Не давить на газ, чтобы не скользило заднее колесо. То можно нормально доехать. Хочешь, можешь на мотике сфоткаться. Сколько такой стоит? Пластик? Или мотик? Ну, 2,5-3. 3,5 даже. Я вчера на твой канал чисто случайно наткнулся. Смотрю. Да, да. Да тут парень тоже ездит на бэхе. Я стоял на площади там. Только хоп, проехал, раз, разворачивается, подъезжает. Говорит, это ты, Джастран? Говорю, ну да. Да, я тебя увидел в ТикТоке, говорит, бля, прикольно, прикольно. Такой.
Да. Ну кто откуда? Ты именно где ты увидел? В ТикТоке, в Инстаграме или в Ютубе? В Инстаграме видишь. Кто где? Тот говорит в ТикТоке. Бля, говорит, прикольно. Где-то какой-то ролик нашел там что-то. Мне видосы твои больше зашли, чем даже то Вада 1000RR, Мотонинзя. Не, ну там пацаны тоже классно снимают. Что там, канал Миллионник все-таки, но... Мотонинзя что-то... Просто да, Мотонинзя переобулся резко, бля, вот это, начал вот этой херней заниматься, там пропаганда, вот эта вся дичь, короче. Опача, что там, песенки поют. Каждый, да, по-своему. Что-то где-то чудит. Не, то от предыдущего пластика понатирало, он был впритык. А что так? Понял. И поедешь, постоянно он чухрает его. А он должен быть вот так, с просветом. У меня был Дельта. А. У моего брата около 5 яв. Ну я тоже с явы начинал. Тоже с явушки. 350-ка. Первая была у меня 12-вольтовая мыльница. Потом продал, взял 6-вольтовую, но в пластике, типа, под спорт. Уже кто-то зашил. Переднее колесо. Ну, передние, сзади не родные, там чуть-чуть побольше. Но прикольно, все подходят. Бля, что за мотоцикл, что за мотоцикл? Говорю, Ява, да ну нафиг, завожу, а наш звук-то ты не обманешь. Мощу не спрячешь. Ну, прикольно. А потом взял, типа, такого, только 2000 года. Он тяжелее немного был, с одной фарой. Ну, в принципе, такой же, можно сказать. А? 300. Видишь, все вот 750-ки, 900-кубовые, литровые, они все едут, все, что есть на спидометре. Да. 600-ки едут там до 270. Там 200, может, 74, это с хорошим движком там, что... А так, в принципе... Если кто-то там будет брать как первый мотоцикл, то лучше взять 600-ку. А может даже и меньше, чтобы хотя бы поучиться. Если на мопеде там каком-то катался, там, допустим, со скутера, пересаживаться на 600-ку, то не. Лучше там 300-ку какую-то, хотя бы там у друга брать иногда кататься, чтобы привыкнуть. А потом уже да. Потому что я, вот это же когда ехал за подобным таким, это мне было 18 лет, наверное. И мы поехали в Одессу. Там был магазин «Мотодом». Тоже со всеми разными мотоциклами. И я на этот же смотрю. Говорю, хочу, ну все, давайте вот этот. Все там посмотрели, там завести, проехаться. Он меня спрашивает, а после какого ты мотоцикла? Я говорю, после Явы. Он говорит, ты что гонишь? Говорит, хоть бы там пересел на 600-ку попробовал. Я говорю, нормально. Все будет. Не, ну если аккуратно ездить, то после любого мотоцикла. Да. Да, главное с головой, конечно. Не, ну тогда мне было страшно его даже завести. Я заводил тогда, у меня уже адреналин, блин, скачил весь там, ехал. Я первый раз поехал 140, ощутимых с Явой 140, то я понял, что Ява, походу, 140 не ехал. То было, да. И так каждый день по километров 20 я добавлял, там, наращивал скорость, и там уже через неделю-две там дошел до 280. Ты что, так меня тогда я останавливался до полной остановки, отдышаться, такой блин, вот эта скорость. Сейчас уже что-то не впечатляет, конечно. Сейчас бы сесть бы на что-то такое, типа Х2, те, что там уже за 200 лошадиных сил, что 350 едут, блин, ты что. Но у нас нема где кататься. Вот это плохо, что надо искать, уезжать где-то на трассу. Кстати, ты в ролике жаловался тут на дорогу, да? Угу. А ты там ездил? Ездил, да, я спускался на запру, да, а там еще ниже продавленные плиты. Я еще в прошлом году там, дальше, как на ГАИ, вот туда, вот так, плитами, где заложено, что выезжать на объездную, там уже все. А в прошлом году еще ездил, еще кое-как там. Сейчас там вот это все подвигалось из-за того, что тут ГЭС бомбили вот так. Ага. Да-да. Кстати, а что было-то, что этот, заводили с толкача? А, заправился на херовом заправке, короче, авиас. Вот тут херовая, я знаю, заправка, я здесь не заправляюсь. Там херовая, везде выше. Здесь тоже, говорят, на партнере не очень. И вот там я заправлялся, единственное, было это на... Там на развилке, как она, Чипо. Была нормальная. Но потом последний раз я заправился, у меня там внутри краска есть, вот тут в начале бака, блядь. Она облезла.
То есть там что-то такое льют, что он-то ехал, но краска облезла, сам факт, что что-то добавляют очень-очень печально. И там после милиции такая, типа частной заправки. Там вообще фиговая. Вот там на 8 марта, вот то как проезжаешь милицию налево, поехал, повернул и влево там сразу. Вот там говорят вообще плохой, кто-то фотки скидывал, нет, в группу. Мой брат там заправляется. Кто-то. А, ну, газ, то не то. Бензин, он тоже там заправлялся нормально. Да, а то, короче, с Власовки как едешь, там есть село перед Михайленком или на Кривушах, не помню, авиазаправка. Вот это ж туда поехал, плюхнул, там литров 6, и он сразу не завелся. Сразу же, я попробовал, он завелся и заглох. Я такой, не понял, это уже после того, как я почистил бак, вот это поменял. Ты мог вернуть деньги за заправку. А? Ты мог деньги вернуть за заправку. Да это еще будет, я хочу, здесь у меня будет отдельная тема видеоролика. Отправляюсь на вот этой заправке, проехали где-то метров, сколько, 200, машина начала глохнуть. Вот, вот, я за что говорю, сейчас разбавляют такое что-то, что просто невероятно. Я тоже первый раз, когда еще приехал, там 3 года назад, взял, начал тут заправляться, нормально, нормально, а потом 200 едет, а за 200 начинает глохнуть, не дает ему дальше. Так это хоть едет, а на том топливе у меня вот то, что было, я еду, еду, у меня вообще тупо отказали 4 цилиндра по одному. И я не могу его завести вообще. То есть вообще ты его никак не заведешь, только вот из толкача, чтобы его как-то пробило, там, я не знаю, искра была. Повезло то, что хотя бы движок не стукало. Да? Ты что, это такая фигня, блин. Теперь я каждый раз, там у меня таксист знакомый, гоняет на Кременчуге, я ему канистрочки говорю. Заедь на ОКО, пожалуйста, 95-й пульс. Это хороший бензик вообще, без вопросов. А так, конечно, ты что, ужас. Дорог нема, топлива нема, блин, это вообще, что теперь делать? Ну, прикольно. Я видел чувака в ТикТоке, он купил мотик, проехал домой. И у себя где-то дома проезжал, начал разбирать двигатель, у него вместо колец на поршнях просто картонки были. Пиздец. Вообще, да так, чисто на первую, ну так уже смысла нема, да, уже купил. Это ж очевидно, что это сделал именно он для продажи, потому что на таком долго не отъездишь. Это факт. Я удивлен, что у тебя так мало подписчиков, видео хорошее. Да, ну, YouTube, понимаешь, такая вещь. Нужен какой-то трэш. Либо трэш, либо что-то супер такое. Либо они где-то рекламу хорошую берут. Ну, то есть в сервисы какие-то платят, что они выбивают их в тренды, я не знаю. Ну, тяжело. Реально тяжело. Я там пытался какому-то, не помню, товарищу за рекламу. Думаю, ну, попробую. Там, кстати, с Украины. Там подписчиков, может, 1030. Он попросил там 2000 гривен. Я говорю, ты что, гонишь? Я говорю, 30 тысяч подписчиков, 2000 гривен. И то твоя аудитория там посмотрит, пройдет 1 или 2% возможно. Я говорю, ну что ты гонишь, блин? Человек стесняется. Че? Ну, в принципе, стеснительный. А, нет, а это такое дело привычки. Я тоже, он приезжал пару дней назад там. Девчонки тоже встретятся, то все там, видео пообщались. Были? А? То видео были? Не-не-не, оно будет тут, вот, только следующее. 900. И это, и тоже одна ж такая, ха, туда-сюда, привет, Адра. Не, вообще можно сказать нету. Там разница всегда в лошадиных силах. Шестисотка и литр, разница только в 30 километров на максимальную скорость. А так они едут одинаково. То есть тот поедет 274, а тот за 300 чуть-чуть. Ну все, все 300 выжимал. Да. Ну а что? Тут как есть. Десятку. Но это еще карбовый. А есть инжекторная, чуть поменьше. Я тоже сначала стеснялся. У меня же есть и другой канал, там Apple Expert. Там я снимаю про айфончики, про всякое такое. То тоже надо было себя уламывать, там же надо не всегда. Сначала я просто снимал, себя не показывая. Потом думаю, надо что-то поменять. Начал то себя снимать, там начало, типа вступление, концовку. И тоже так мне как-то не очень заходило. Такой и так, и сяк, избивался там, и заговаривался, и все. А потом дело привычки, оно идет. Если учитывать твой мотик, который тут ездит, на них тебе не ровно. Да. Лифаны и
Что, я, короче, поеду, наверное. Заеду на Леви. А потом, у нас сегодня сборы небольшие. Так что, на тебе наклеечку. Спасибо. Давай, был рад увидеться. Счастливо. Надыпал с катнем по городу, смачно. Пойдет, да? Пешечка. Ух. Ух-ух. Нагонять, бля. Вот это я понимаю темп. Хороший темп. Хороший темп. Отличненько вообще. Топ. Вот это классный темп. Мне нравится. Вообще четко. Вообще чётенько. Вообще огонь. Тут так прям посвежело. Вот это темп, я понимаю, нормальный, бля. А то все кутятся, как, блядь, я не знаю кто. Вот это хорошо. Круто. Шум мы тут сделаем по городу, конечно. Thank you.
що тут можуть бути сюрпризи. Ситуация. Хорош, блядь, ни хера себе. Вообще, блядь. Огонь. Красава. Бля, я тоже хочу с ножек научиться делать, блядь.
Он бродерник догонит, а я покажу ему, как на заднем надо ездить. Это типа его. Ай, бля. Стоечки по нашим дорогам. Смотрите, как хорошо подвесочка отрабатывает. Чик-чик-чик-чик. Все дела. Цепура хорошо натянута, не сильно там болтается, бля. Все четко. Отработочка, вот для чего нужен эндуро. Как раз для наших дорог. Точнее, правильно сказать, не вот для чего нужен дорога, а вот для каких дорог нужен мотоцикл. Это точно. Вот это будет прямо в десяточку. Ехаем. В таком состоянии, ножка выгнута, там труба, но едем. Хоть соракетно может. Заберем сейчас его к себе, подлампичим, пока Лерка там будет лечиться, а может что-то и сделаем. Короче, вот так вот неудачно покаталась. Я буду ответственно. Ты же знаешь, да, как сидеть? Надо руки в крест вот так, чтобы в бак уперлась. И не отпускать, чтобы крепко держалась. Самое главное. Хоп. Да, самое главное тоже ногами обжимай, чтобы чувствовала, что ты тут на месте. Аж стреляет что-то там. Я ж не сильно, что тут. И не мать и проехаться. Привет. Говорю, я ж не сильно, и не мать и проехаться. Надо на город ехать, на ту дорожку там. Погасать. Бережно. Да. О. Лайфхак. Как сесть на мотоцикл с девчонкой. Вообще пойдет. Вот это оно. Не, ну у тебя и так в принципе удобно, можно прыгать. Это вот сюда так надо точно. Хорош.
что, друзья, вот такой вот получился видосик. Конечно, обидно то, что действительно начало сезона, сколько мотиков уже разваленных, пацаны попали в ДТП, благо все целые вроде как. Каждый день в Кременчуге кто-то попадает, и как практика показывает, что виноват не мотоциклист, но бывает где-то превышение, да, не без этого. У меня он ситуация была, он... У Горобца такая ситуация произошла. То есть что-то где-то да происходит, что-то идет не так. Нужно это понимать. Точно так же мотоцикл не давать кому попало. Пускай это там не воспринимают во зло какое-то или жалко. То есть в первую очередь это безопасность. Ты отвечаешь за человека, если ты дашь кому-то прокатиться. Если же это касается там не жалко, ну блин, это все плохо заканчивается, плачебно. То есть человек должен ездить хотя бы на таком транспорте, как минимум. И все, и тогда будет все нормально. Так что, в принципе, все. Досмотрите видео до конца, подписка на канал, рекомендация, все эти дела. Если ты не здесь, то ты нигде.